ребят, с вами тоже тут есть сделал Максон красавчик, подгончик всем он сделал, Зил живая рыба, вот такой ребят Зил он сделал, молодец Максик, умеет делать моды такой. Колончик тоже так путево. Ну, зеркала мне, потому что настройка у меня игры не супер стоят. Анимировано все. Светится. Так. Поворотники мигают. Фареечка. Ой. Что тут я накладывал, не знаю. Белкин-то какой у нас. Походу у нас должен увозить он малюк. Или я не знаю точно. Возит малюк, чи нет? Рыбы. Он просто рыбу возит. Смотрим, что у нас. Так. Открываем крышку. Да он рыбу возит, это я не знаю. Сейчас смотрим на его гараж у нас. Вот, для привозки рыбы. А, только на карте рассвет. Но я губу раскатал. Ага. Это на рассвете, рыбхоз. Получается, он работает. Видите, малька рыбы он не хочет возить. А мы сейчас сделаем так. У нас есть рыбхоз. Проверим экспериментик. Так. А. У нас есть здесь рыбхоз. Тоже есть. Маслобойня. Может быть, он только на рассвете работает. Так, нет у нас биогаза. Пить. Только рыб по максимуму. Пить. И корм для рыбы максимум. Вот все. Активное. Давайте немножко потанем время. Поедем. Поехали. Проверим там. Так, у нас где рыбхоз? Рыбхоз у нас. А вот тут. Понял. Поехали. А немножко время мотанется. Звук как настоящего зила, красава. Малька плохо он не возит. Вот насчет рыбы мог возить. Будем только для рассвета, может быть, и здесь он будет канат. Хороший красавчик. И как нужно. Ай, штрафуйте. Штрафуйте долларов. Штрафуйте хоть не миллион долларов. Ребят. 0 километров меня штрафанули, я в шоке. Просто в шоке. Катается товарищ.
Куда нужно так загружаться надо? И походу рыбка. Давай рыбу открываем. Триггер я уже не помню. Нет. У нас тут триггер. Походу он не возит. Надо триггер поймать. Да, только для рассвета. Здесь на свапе он рыбку не возит. Да, облом. Ну ничего, бил хороший. Ребят, кто хочет, качайте. На этом все, ребят. Рыбка у нас делается. Ну не подходит зил к этому, не подходит, что делаешь. На этом все, всем пока, до встречи.